На самом деле готовимся к первой игре с МБА и достаточно известный для нас соперник, потому что ребята первый год, всех ребят знаем, но они первый год играют вместе, первый год в Лиге ВТБ, и в предсезонке они показали достаточно хороший результат, обыграв и Самару, и вот вчера, по-моему, Автодора обыграли. С крупной разницей, поэтому, я думаю, будет, они играют свободно. Я знаю, как тренирует Василий Николаевич. Он дает определенную свободу своим игрокам. И я думаю, что никакой закрепощенности у них не будет. Тем более все ребята молодые, голодные. Я думаю, будет серьезная игра с хорошей защитой, с хорошей самоотдачей. Что касается нас, мы продолжаем готовиться, добавляем какие-то новые взаимодействия. Также продолжаем находить какие-то общие связки, которые нас соединяют.